Когда мне люди говорят, я не знаю, чего хочу, они на самом деле не могут сказать, что они чувствуют. Потому что если они испытывают палитру чувств разную, они испытывают чуть-чуть интереса, чуть-чуть радости, чуть-чуть презрения, чуть-чуть раздражения, чуть-чуть какой-то неловкости, да? Ну, как-то из этого можно собрать и сказать, ну, вряд ли. А вот здесь чуть больше интереса, чуть больше радости, чуть меньше раздражения, ну, тревога высокая. Ну, снизим, все остальное закроем, и ты будешь хотеть этого. Но это возможно делать только в том случае, если мы способны построить эту палитру наших переживаний.